Приветствую вас, друзья, подписчики, гости канала Грибоискатель. С вами Михаил, и сегодня я буду готовить новое интересное блюдо. Значит, основной ингредиент — куриное мясо, то есть целая курица, вам нарублю кусочки, картошка, чеснок. И это, кстати, сушеные грибы-зонтики. Я их целую кучу насушил. И вот теперь сейчас попробую из них сделать соус. Авокадо, вот, кстати, зернышко из авокадо, базилик, черный перец, паприка и вкусная соль. Ну что ж, начнем готовить. Закипела водичка, закидываю сюда грибы. Вот так вот варится у нас соус из сушеных зонтиков. Ну а мы пока будем раскладывать мясо. Мясо разложил, посолил. Выкладываю к мясу картошечку и чеснок. Тем временем наш соус уже подходит к своему финишу. Добавим сюда майонез и взобьем блендером. Добавил авокадо. И когда у нас все ингредиенты на месте, добавляем сюда тот самый соус грибной. И вот такой вот получился соус. Сейчас мы его зальем в наше мясо. Ну что ж, друзья, блюдо готово к отправке в плиту. Соусом намазал все. Соусом из сухих грибов-зонтиков. Кстати, друзья, если вы не видели фильм про то, как мы собирали зонтиков, зонтики, грибы, а там их было целое полчища, вот посмотрите справа в уголочке. Там просто было... обалденный урожай зонтиков. Ну вот теперь отправляем это блюдо в духовку. И отправляем наше блюдо в духовку. Ждем-с. Текает время. Без 10:06. Ну что ж, ну 10:10 прошло. Давайте посмотрим. Я вот немножко отщипывал. Проверял готовность. Вроде бы неплохо. Соус, кстати, запекся, что ли. Но я чуть-чуть попробовал, очень вкусный. Надпись осталась. Но я думаю, надо пробовать, друзья. Ну что ж, блюдо готово. Пора его и попробовать. Блин, даже не знаю, с чего начать. О, авокадо в грибном соусе. Класс. Запах интересный. О, друзья, обалдеть. Грибной соус просто бесподобный вообще. Зонтики сушеные. Супер вообще. Обалдеть. А я раньше так никогда не делал. Так, о, чесночок. Немножко не доварился чеснок, но самый вкусный. Класс. И давайте мясо попробуем. Так, как его? Кусочек надломить. Вот так вот, с соусом. С картошечкой. Вот, друзья. Обалденный рецепт. Один из лучших, что я готовил. Грибной соус. Там классный вкус дает. Чувствуется чесночок. Грибы и мясо. Авокадо не чувствуется, но само авокадо вкусное оказалось. И чеснок вкусный. В общем, о, рецепт, друзья. Обязательно попробуйте. Запеченное мясо в грибном соусе. Ха. Класс, друзья. Ну все, а теперь в лес пойдемте. Посмотрим, что есть. Вот мы и в лесу. Я вас приветствую.
Иду по лесу уже 2 км. Ничего нет. Решил разведать новое место. Залез вообще глубоко-глубоко. Мне кажется, вот сейчас первая удача. Видите, делится. Что-то там желтенькое есть. Пойдемте посмотрим. Ага. И точно, смотрите. Опятки. Ну, что-то как-то немного. Но начало есть. Значит, я думаю, найдем что-нибудь еще. Пойдемте посмотрим, что еще мне попадется в этом путешествии. В таком вот лиственном лесу. Иду по этому лесу. И тут такой завалище. Вообще, я стою, кстати, на дереве. Ну, высота где-то 1 метр с небольшим. Но я двигаюсь к грибам. Вон они. Как только их достать, не знаю даже. Или, может, не стоит их доставать. В общем-то, грибов немного. Много осин. Упавших, мертвых. Грибов мало вообще. Вот второе место только. Чудеса. То есть они где-то как-то местами растут. Вот где расселились, там есть. А так вообще в основной части нету. Так что приходится искать их. Лазил по таким вот дебрям. По дереву иду. О, не упасть бы. Видите мое довольное лицо? Я уже прошел 3 км. И наконец-то. Смотрите. Обалдеть. Я все-таки нашел. Вот она. Вешенка. То, что я искал как раз вообще. Смотрите, какая классная. Со снежной шапкой. Обалдеть. Интересно, есть еще здесь? Опять попробуем срезать, что ли. Ну-ка. Опа. А? Нормально. Так. Опа. Еще кусочек. О, а это вообще. Смотрите. Хорошая вешенка. Класс. Так, вот кусочки складываем. Класс вообще. Ох, я уже почти отчаялся. Ой, улетело. Вот на. Снег. О, это уже жареха, друзья. Это все. Это я уже с грибами сегодня. Фантастика, там еще кусочек. Отлично. Ну все, отлично. Это значит, что я сделаю новое блюдо какое-нибудь со свежими грибами. Рядом с тем деревом оказалось еще и дерево с опятами. Смотрите, сколько. Вон они снизу. Целое дерево. Обалдеть, смотрите, сколько. Все. Ой, и здесь. Я с грибами. Вон еще кучка. А, фантастика. Вот так идешь, идешь по лесу. Нету, 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 нету. А потом раз. И вот она. Счастье привалило. Класс, друзья. Я вам всем желаю, чтобы у вас всегда были находки. Если вы идете в лес, то значит с грибами. А вот еще одно деревце. Вот они. Опяточки. Наверху вот тоже есть. Ну, в принципе, я себе уже на жареху, на хорошую набрал. И вешенка, и опятки, смотрите, какие хорошие опята. Красота. Так, надо еще здесь посмотреть, может, вешенка еще есть. А вот еще дерется с опятками. Красивые они на фоне снега и серых деревьев.
Ну а я потихонечку иду в сторону машины, туда. Километр 3 мне шлепать по этому бурелому. Видите, какой лес. Липа, осина, дуб. Иногда встречается клен. А вот и дерево счастья. Вот сколько грибосов. Обалдеть. Все. Иду уже назад. И вот опять дерево попалось. Грибов достаточно в лесу. Надо только ходить много. Это найти можно. Ну и вот такой вот грибной тух. На жарюху я себе набрал. А больше мне не надо. Хорошо прогулялся. Исследовал новый лес. Посмотрел, ну, такой, я бы сказал, средненький лес. Не знаю, что там можно найти еще. Липа, осина. Может, подосиновики, да? А может, еще что. В общем, надо исследовать лес во все времена. Потому что грибы растут в разное время. И мы многое не знаем, на самом деле. Мы ходим в одни и те же леса, а новые не исследуем, потому что заходим, а там нет ничего. Просто надо туда ходить в течение года, каждые 2 недели. И что-нибудь дорастет там. Здесь в каждом лесу есть грибы, да? Поэтому я буду как можно чаще исследовать новые места, искать новые грибницы. Это и интересно, и для здоровья полезно. Так что, друзья, выходите почаще в лес, на природу. Тут красота. Ну ладно, до новых встреч. Желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Пока.